Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару ващу кипасинду бевачу Патитанам павуне бхавишна вибхьо намо нама Мукам кароти вачалам пангум ланхайти гирим Яд кипатам аханг ванди парамананда мадвам Бриндаваи тулсиде бхуй пиявай кесавасач Сна бхакти паде деви сатва ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин бясам тато жайо мудир Санкитане Кришна катхо падеш Гаурия патрасьо пракасанеча Шадану ракта гуру бхакти йогта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхабхагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ядпада паллаванака чандамани чатая Беспуриджита кимапикапаваду свадарша Пурнану рагадаса сагара сарамурти Сирадхикамай кадам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе. Аджану ламбита бхужау канака вадату Санкитаной капитару камала ютакшу Вишам бару дижа бару жугадхар мупалу Банде жагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупену Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури Нирантара Бибуши Итобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджасва Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Ясастхиде Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ачарьясту бхавет нитьям сарвадоса виварджитаха саучачаро паро нитьям пасандакуло нисприяха Ачарьясту бхавет нитьям сарвадоса виварджитаха саучачаро паро нитьям пасандакуло нисприяха Гаурья Гоштхипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Джагадгуру told Гаурья Гоштхипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что когда случаются различные проблемы в духовном мире на пути Баджана, то тогда Верховный Господь Он посылает своих личных спутников, чтобы исправить ситуацию. Или иногда аватары тоже снисходят. И вот Гаурья Гоштхипати Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что когда на духовном пути, на пути Баджана возникают различные проблемы, то тогда Верховный Господь отправляет своих личных спутников, чтобы они исправили ситуацию, утвердили Сидданту заново. И иногда Бхагаван отправляет какие-то аватары, то есть это сам снисходит в качестве аватара. И таким образом мы видим, что когда случаются различные проблемы в материальном мире, то Верховный Господь, Он помогает им разрешиться прямо или косвенно. И вот достаточно давно я говорил о том, что на Табаты Шлоке И вот можно вспомнить, вот Махарадж говорил об этой шлоке и о том, что шуда парампара, чистая парампара, если нет чистой парампары, то тогда, если какое-то осквернение возникает, то люди не могут обрести знания о чистой преданности, они не могут получить ту чистую наставническую преемственность, и в этом главная проблема. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что те великие возвышенные преданные, кто приходит в этот материальный мир, чтобы исправить эту ситуацию, для них говорится то, что если Махабхагавата Вайшнав, он полностью утвердился в Ачароне Адарше, и если он не покажет нам пример, что такое баджан, как пример такого идеального баджана, то тогда обычные люди, они могут запутаться и следовать каким-то обманщикам. Хотя Шрила Прабхупад, он дал такое наставление в своих, вот в одной статье Шри Гуру Сварупа, которая называется, там Шрила Прабхупад описывает то, что если это видимо то, что мы приняли прибежище у неправильного гуру, обманщика, кто занят к различной асад-сангой, такой лицемерный, двуличный гуру, который совершает йоши-сангу, стремится к мукти, к пратиште и прочим материальным желаниям. И также тот, который не говорит об абсолютной истине, и в этом случае, если вот такой беспринципный гуру, и в этом случае
Правило таково, что нужно оставить такого бестолкового гуру и принять достойного садгуру. И Шрила Прабхупад говорит, что если вы не оставите этого асадгуру, то вы не сможете обрести бхакти. Это невозможно. Вот если вы обнаружили, что вы приняли прибежище у какого-то гуру-мошенника, который занят только собиранием славы, почести и денег, стремящийся к Йоши-цанге, и в этом случае, если вы не оставите такого гуру, то вы не сможете обрести Кришна-бхакти. Об этом говорит Шрила Прабхупад. И вот правило в том, чтобы оставить такого гуру и принять достойного татвавид гуру. И вот они, один из 12 махаджан Питамаха Бишма говорит, если вы обнаружите, что у такого гуру он ничего не знает о дарме, Бхагаване, тот, кто просто обманывает людей, будучи в одежде гуру. И в этом случае нужно оставить такого ложного гуру и принять подлинного татвавид гуру. И мы должны будем принять такого садгуру. И также я говорил о том, что мы должны принять чистого гуру, иначе мы не сможем совершать баджан. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это обязанность тех могущественных саду Махабхагавата, то, что они указывают, они показывают, куда нужно идти, куда не нужно. Они показывают, что там нет гуру, там лакху. Когда Махабхагавата, гуру Вайшнава, они показывают нам, что кто-то не является гуру, он лакху, то нужно прислушаться и понять то, что они хотят донести до нас, иначе мы просто как слепцы куда-то идем, и вот недостаток нашего сознания не может дать нам достаточно силы, чтобы понять абсолютную истину абсолютным образом. И когда те махабхагаваты говорят, что мы не должны куда-то идти, поскольку там обманщики, мы должны в этом случае мы должны понять, что действительно так, иначе мы можем неправильно понять, подумаем, что он критикует кого-то и попадемся на удочку мошенников. И та шлока, с которой я начал, она из Матсья Пураны. И что это значит? И ачарья, подлинный ачарья, у него есть такое подлинное ачарьятва, он вечен, вечен, и он безупречен характером, поведением. Вот Махарадж был на одном празднике, говорил о славе Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа в безупречном характере у Харидаса Такури, и таким образом мы не можем найти никакой недостаток в Гурудеве. В подлинном гуру не может быть никаких недостатков. И вот подлинный гуру следует всему Шауча Ачару, поддерживая чистоту как внешнюю, так и внутреннюю. Он буквально заключает лотосные стопы Верховного Господа в своем сердце. Он таким образом непрерывно находится в связи с Верховным Господом. И вот он поддерживает как внешнюю чистоту, так и внутреннюю, поскольку нечистым умом или телом невозможно правильно совершать харибаджан. Это невозможно. И также одна важная вещь здесь, Шрила Прабхупад говорит об этом, то, что тот могущественный ачарья, он игнорирует
такой тот, кто могущественный ачарья. Он игнорирует тех, кто подобно собакам гавкает, слыша, что он говорит об абсолютной истине. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это, конечно, может быть, но Садхгуру не обеспокоен теми, кто как собака гавкает, когда вот он говорит об абсолютной истине. И вот и у него есть стопроцентная вера в могущество Баладева. И поэтому он продолжает говорить абсолютным образом об абсолютной истине. Если кто-то беспокоится в связи с этим, то он не обращает внимания на это. И вот следующее. Я достаточно долго говорил о Ваяпуране. И там об ачарьях говорится. И вот что делать, что не делать, согласно наставлениям Писаний, чистый Гуру Вайшнава не следует всем наставлениям Писаний, а не своему беспокойному уму. И вот они принимают суть Писаний в своей собственной жизни, практикуют это, и таким образом они практикующие ачарьи. И также у них есть сила, чтобы явить бхакти в сердцах обусловленных душ. И вот они сами следуют всем правилам, предписаниям, наставлениям Писаний, и вот они ачарьи, можно называть их ачарьями. И вот кроме того, что они следуют наставлениям Гурварги, и также благодаря их могущественному ачарону, могущественному характеру, они могут явить пример с собой, чтобы мы вдохновились принять и следовать этому ачарону, этим принципам в своей жизни, в том, чтобы мы могли вдохновиться совершать харибаджан. Если какой-то ачарья не может утвердить сиддханту вичара внутри нашего сердца, то это тогда такой неэффективный ачарья. И поэтому, тот, кто может это сделать, он зовется ачарьей, поскольку своим примером он является вдохновением для других. Гуру или ачарья, если они надеются, либо называют себя последователем своей прежней Гурварги, то Шрила Прабхупад говорит, что если они заявляют так, то таких людей нельзя принять, поскольку их ачарон не показывает, что они следуют пути предыдущих ачарий нашей Гурварги. И вот Шрила Прабхупад говорит Гуру Ачарья Абхиман ложное эго, что я последователь моего Гуру Падмы. То есть глупо гордиться этим и заявлять на каждом шагу. Нужно просто искренне следовать. И вот не каждый может стать ачарьей, тем более защитить сиддханту нашей сампрадаи. И иногда кто-то хочет следовать прежней Гурварге, но из-за влияния майи и еще чего-то, так осознанно или неосознанно, они начинают следовать каким-то различным путям, которые не
находятся в линии парампары. И эти такие независимые получаются они. И поэтому я говорил об этом. Кто-то следует своему беспокойному уму, придумывает новые правила и предписания, но мы знаем, что сейчас Панчаратра, вот в Панчаратре Шрути, Смрити, Пураны. И вот в общем в этой Панчаратре говорится, что если текущий ачарья не находится в полной гармонии с предыдущими ачарьями, кто есть Махабхагаваты, то в этом случае мы не можем принять его как совершенного ачарью. Но много таких случаев видимы, что какой-то ачарья следует своей гурваге полностью безупречно. И также вот в этой шлоке говорится, что мы должны находиться в полной гармонии с нашей прежней гурвагой и не иметь каких-то посторонних желаний. И можно видеть, что иногда есть такие ачарьи, которые находятся в полной гармонии со своими предшественниками. И вот это шлока Чакшудана Джалуде Джанме Джанме Прабусей. Или вот из другого киртана строка. Если мы не сможем поверить, если у нас не будет такого чувства, что Гурупад Падма Ачарья, он вечен, у него есть его вечное существование в том вечном духовном мире, и тогда наше сердце, оно развалится буквально, мы не сможем совершать баджан должным образом, и поэтому у нас должна быть такая стопроцентная непоколебимая вера, что Гурупад Падма, он вечен, и сейчас он ушел с этого материального мира, но если мы будем молиться ему должным образом, то Гурупад Падма, он явится к нам. Много таких случаев уже было. Гурупад Падма, он вечен, он сможет явиться к нам даже после своего ухода из этого мира и дать нам должное руководство. Это много раз случалось, и таким образом это возможно. И вот Шрила Прабхупад Кешава Госвами Махарадж ушел, Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж остался, совершал свой баджан. И вот все знают об этом. И вот он совершал баджан перед уходом на Нимай Тиртхагати, на берегу Ганги, и там какие-то преданные, которые совершают. И вот я видел там одного преданного, который совершает подлинную гуру севу. И вот тот рассказывал, что Шрила Вамана Махарадж, он спрашивал у Гурудева, как долго он, ему еще осталось жить здесь, и потом он получил откровение, что вот столько-то будешь жить, и потом уйдешь в духовный мир. И таким образом такой достойный, подлинный ученик подлинного садгуру, такой подлинный ученик, он имеет всегда связь со своим Гурудевом. Это естественно, но мы не можем поверить в это, поскольку наш ум материален, и у нас нет достаточно сознания, и из-за этого мы не получаем достаточно силы, чтобы осознать абсолютную истину. В этом главная проблема. И не только то, что мы не можем обрести ачарья парампару, нет, что Шрила Прабхупад говорил об ачарьятве, и то, что мы видели в жизни Шрилы Прабхупады, какой стандарт Шрила Прабхупад показал нам. И
что сейчас происходит, посмотрите. И в этом главный вопрос. И какой стандарт Шрила Прабхупад хотел показать нам и то, что сейчас происходит. И вот сейчас какой-то этот смесь непонятно чего с чем. Но я не могу понять, как это возможно, что... Я вот не понимаю, как можно любить Шрилу Прабхупаду и какого-то человека, который целиком и полностью против Шрилы Прабхупады. Как какие-то люди пытаются доказать, что они уважают, любят Шрилу Прабхупаду и каких-то майвади, которые целиком и полностью против Шрилы Прабхупады и Гауди Матха. Я вот не могу понять, как это может быть и как это происходит. Если я люблю Кришну, то Майи там нет места, как вот согласно этой шлоке, но, к сожалению, можно видеть, что люди не понимают, что к чему гневаются, если что-то не понимают. Как иногда кто-то говорит, что он мой друг. Но, говоря по правде, у меня нет ни врагов, ни друзей. Нету этой концепции в моей жизни, поскольку если кто-то действительно друг, то почему не приглашают меня куда-то, боятся. Когда я говорю об абсолютной истине, они боятся. Что же это за друзья такие? И поэтому я не могу сказать, что они друзья мои. Кто-то пытается избегать меня, поскольку я говорю об абсолютной истине. Они не могут доказать, что я отклонился от Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, но все равно, и таким образом, у меня нет такой какой-то концепции врагов и друзей, я беспристрастен. И вот Шрила Прабхупад говорит, что у меня нет друзей и врагов, влечения и отвращения от чего-то, поскольку я знаю, жизнь очень нестабильна в любой момент. В любое время мы можем уйти с этого материального мира, и поэтому верите вы мне или нет, у меня нет враждебности ни к кому. Но будьте уверены, я всегда пытаюсь избегать тех, кто не находится в... не следует нашей гуруварге. Если вы думаете, что у меня враждебность какая-то, то это другое. Я хочу просто избегать таких людей. И вот таким образом садшишей может иметь полную связь со своей прежней гуруваргой. Они могут вести нас должным образом, иначе именем Харибаджана мы можем следовать кому-то, кто не является гуру, а просто какой-то лакху, какой-то обманщик. И ради какой-то пратишти, какой-то славы готов на все. Вот такое состояние можно видеть, что какое-то общество оскорбляет Гауди Матх, кто-то ругает нашу прежнюю гурваргу. Но мы не можем потерпеть это, поскольку... А еще не все могут возразить, поскольку если возразят, то потеряют свое положение, но так или иначе, это их дело, что хотят, пускай говорят. А вот, ну, кто-то имеет в виду, что кто-то из-за своей практически славы положения не может ничего возразить. Иногда можно видеть, что таким обманщикам следуют тысячи людей. Но в последующие годы можно увидеть, что такие люди потом раскаиваются. Как один старший преданный из Америки, он плакал и написал мне письма. И вот он говорит, что я обнаружил, что я был обманут. Когда начал слушать вас, я осознал, что это так. Вначале я неправильно понял, а потом, когда я продолжал
слушать, я понял, что это нет, это не критика, это подлинная харикатха. So I think also someday you can realize, maybe you can misunderstand me at present, but someday you can realize. И также кто-то неправильно понимает меня, но впоследствии они понимают, что к чему. И вот Шрила Прабхупада говорит, что если вы сможете обнаружить, что тот ложный гуру, которого вы поняли, приняли прибежище, занят лапкой пуджей, сбором денег, славы, и только этим и занимается, то, несомненно, вы должны оставить такого гуру и принять прибежище у подлинного гуру, если вообще вы заинтересованы обрести лотосные стопы Кришны. Not that I can do tilak mala, everything I can become very important. No. So now I'm going to give answer. И вот сейчас я отвечаю Шакшудана Диладжи Джанма Джанма Прабху Сей. В последний день я говорил о том, что преданные, так называемые преданные, не могут. А вот смотрите, я не говорю, что все вечные. Вечные только садгуру, подлинные гуру. И садшиши, они становятся садгуру автоматически, вот про них я говорю. И если вы сможете или не сможете чувствовать, что ваш Гурупад Падма вечен, то тогда вы не сможете получить вдохновение и потеряете свое вдохновение. И таким образом обусловленная душа, она полна анартх, нежелательных качеств в своем сердце, и она не может поверить, что Гурупад Падма вечно существует. В этом главная проблема, что после того, как Гурупад Падма уходит, они чувствуют опустошение. И вот они чувствуют, что и баджан ушел, что и нету силы в них. И таким образом, ну это не так. Гурупад Падма, он вечно существует, он может явиться к нам во сне, если мы достаточно искренне, и дать нам наставление. Чайте Гуру, Гуру в сердце, также есть Бхагаван в форме, Чайте Гуру ведет нас, и также и так называемый пандит во Вриндаване спросил о Махарадж. Этот Гурудев, вы которого получили в этой жизни, в следующей жизни, этого же гуру вы обретете. Иначе как вы вот, поете этот киртан? Я сказал о Махарадж, у вас нет представления о Гуру-татве. И поэтому ваше сердце осквернено моей воды. Гуру, он вечен. Как вот для Шрилы Прабхупады, как было возможно вдохновить всех преданных, которые были в тысячи милях от Шрилы Прабхупады. Он был в Майпуре, а его ученики в Англию ездили, в Америку. И как Шрила Прабхупад мог вдохновить всех на таком расстоянии? Если я не получу помощь от моего Гурупад Падмы, не получаю помощь от моего Гурудева, то две причины могут быть. Может, я недостаточно искренен, или наш Гуру не садгуру, иначе не может быть такого, что мы потеряем свою силу. И вот это невозможно. То есть тут две причины могут быть. Но все же я должен был ответить этому человеку, что Шакшудана Диладжей Джанма Джанма Прабху Сей, у вас есть ваши глаза, что это значит? Шакшудан значит татва чакшу, духовное видение, а не какие-то материальные глаза, которые можно видеть только материальные вещи. Я не говорю об этом. Если вы можете развить то видение, такой тонкий даршан, татва чакшу, через которого вы можете осознать все, как оно есть. И вот то, что я хочу сказать, почему такая ситуация, плохая ситуация в нашем обществе, почему те, кто находится в отреченном укладе жизни,
саньяси брахмачари почему не ведут себя так плохо, поскольку может Гуру Падма не садгуру, и второе, может быть его ученики, они недостаточно искренни, как, конечно, перед тем, как давать дикшу, нужно подождать, посмотреть. Шрила Прабхупада говорил об этом, чтобы предваряющая стадия, те, кто новые люди, новые преданные, так, или так называемые преданные, которые приходят получить дикшу, но начинающие, они как бы еще не совсем преданные, они начинающие преданные. И вот Шрила Прабхупада говорит, они могут находиться перед Гурудевом, слушать Харикатху, а Пракрита Шабда Брахму. И хотя это невозможно для обычных так называемых преданных осознать славу своего Гуру Падмы, но по крайней мере они могут развить какое-то предварительное видение, они могут хотя бы какой-то предваряющий Гуру Даршан обрести, и тогда он может решить, нужно ли ему получать дикшу от лотосных стоп так какого-то конкретного садгуру или нет. И вот они могут вдохновиться харикатхой какого-то определенного садгуру и понять, что если примут прибежище вот этого конкретного гуру, то достигнут успеха. И вот Шрила Прабхупад говорит, исправить наш дарша, наше мировоззрение можно только слушая совершенную харикатху. И вот если мы слушаем харикатху, то тогда с помощью этого наше мировоззрение, оно улучшится. И вот чакшудана делает жизнь, значит, тот, кто дарует нам духовное видение, такой тонкий даршан, чтобы мы видели то, что находится в духовном мире, а не какую-то материальную скверну. Я много раз говорил, это не моя сиддханта, это сиддханта Шрилы Прабхупады, я говорю о ней. И вот те, кто входят в отреченный уклад жизни, особенно для них, те, кто находится в этом в отреченном укладе жизни, для них тоже, и вот те преданные, те, кто настоящие преданные, у них может быть их совершенный даршан. Они могут понять, они могут посмотреть на этот материальный мир и увидеть различные виды наслаждений в форме майя. И вот майя, она буквально открывает рынок различных наслаждений в этом материальном мире. И вот мы чувствуем влечение к чему-то или отвращение, и таким образом Шрила Прабхупада говорит, что те, кто не понимают последствия паринам, подлинный саду, он паринам дарше, подлинный даршан, куда бы он ни смотрел, неважно на что, он кроме и вот, куда бы ни смотрел такой преданный, и вот, и в общем, те, кто не понимают о высшей цели, те, кто, в общем, не понимают о последствиях всего, мы должны понять, каковы последствия тех или иных вещей. Если мы не осознаем это, то тогда мы не сможем поддерживать свой баджан. Особенно Шрила Прабхупада говорит, те, кто уже находится в отреченном укладе жизни, они не смогут поддерживать свое отречение, пока не осознают, что к чему ведет. И вот что такое паринамбад? Все, что есть в этом материальном мире, оно не вечное.
оно деградирует, разрушается постепенно. Все, что вы видите в этом материальном мире, оно все деградирует, разлагается, умирает. И вот те, кто входят в отреченный уклад жизни, для них, особо для них, у них должно быть такое видение, что любые привлекательные вещи в этом мире, они должны чувствовать, что это не вечно, это практически какие-то ложные гуру. Можно видеть, они обычно очень знаменитые, все им хвалу воздают, ноги их моют, но если такой гуру, а если следовать такому ложному гуру, то и вот, ну и кто там из-за славы может следовать непонятно кому, а и вот Махараджа один преданный рассказывал с какого-то общества, в общем, два года назад тот его видел. Да. И вот тот человек, с кем он два года назад говорил, тот что-то знал, а потом, когда через два года он встретил, тот увидел, что он полностью материален, рассказывает только о своей славе, что вот саньясу получил, вот сейчас паспорт сделал, визу, вот собираюсь на Запад на проповедь ехать. И вот тому преданному смешно стало слышать такое от саньяси. Но и такие люди, которые только заняты своей славой, одни проблемы от них возникают. Но, к сожалению, никто не хочет исправить эту ситуацию. Кто-то хочет доказать им, что они великие вайшнавы и прочее. Но это не ачарьятва. И вот тот, кто не получает духовного видения от Шикшагуру или Дикшагуру, Гуру Таттва, она неделима. Гурудев, он в вечном мире, если вы искренне, вы можете получить помощь от Гурудева. И вот Гурудева – это неделимая таттва. И как я могу думать, что какой-то, что в этой жизни я получил вот одного гуру, а в той жизни не получу такого же гуру по уровню. Как может думать об этом? И вот если у меня есть представление, что гуру таттва, она вечна, и вот если мы не достигли успеха, мы не знаем, что Гурудев, он в различных формах является нам, чтобы помочь. И тогда мы будем знать, что Гурудев, он пытается спасти нас. И вот Шидардев Госвами Махарадж говорит, что если вы сможете обрести связь с чистым гуру или вайшнавом, и вот если вы сможете развить какие-то прекрасные отношения с гуру вайшнавом без всякого лицемерия, и тогда, если вы в этой жизни не достигли успеха, то будьте уверены, в следующей жизни вы получите возможности Гурудев, так или иначе выхватит вас и будет пытаться спасти. Группа Падма попробует вас спасти в прошлой жизни или через одну, поскольку это его обязанность. Но если вы совершите оскорбление, отклонитесь полностью от лотосных стоп Группа Падмы, то в этом случае вы должны страдать. И вот мы знаем, Шрила Прабхупад говорит, у нас есть представление о том, что и вот из Чайтаньи Чайтамриты, по милости Кришнадаса Кавираджа Госвами, мы знаем эту шлоку. И вот Шрила Прабхупад говорит, у нас может быть три вида гуру. Вот первый Шраван гуру,
мы можем слушать его, потом Баджан Шикша Гуру и потом Мантра Гуру. Баджан Шикша Гуру и иногда Мантра Гуру, тот, кто сведущ в Веде, Веданте и прочих писаниях Шраута Пантра, тот, у кого есть полное представление о славе мантр и те мантры, они уже совершены в его жизни. Если вы получаете мантру от такого гуру, кто не совершенен сам, мантра, значит, если вы получаете мантру от вашего гуру Падмы, например, мой гуру Дашила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, он Сидда Махатма, и если я не чувствую силу этой мантры в моей жизни, поскольку Гурдев, он не обманщик, он дал мантру мне. И если я достаточно искренен, и я чувствую, что там в этой мантре находится мантра Девата, если я повторяю эту мантру и чувствую, что мантра не отлична от божества этой мантры, мантра Деваты, как Кама Гаятри, Кама Девата, мы должны думать об этом божестве мантре Брахма Гаятри, мы должны думать о Брахме. О том, что в лучах солнца есть такое сияние, и Гуранга Махапрабху является с двумя двурукой форме, он зовет нас, и можно видеть там эту Гурангу цвета расплавленного золота, и мы должны вот видеть это, и те, кто получает Брахма Гаятри, они должны получить объяснение от Гурудева, иначе как они поймут эти Гаятри, Брахма Гаятри. Утром повторять очень благоприятно, чтобы избавиться от материальных обусловленностей, и те, кто не получает Брахма Гаятри, для них Гуру Гаятри также очень благоприятно. Они во время Брахма Мухурты могут повторять Брахма Мухурта, это где-то за час-полтора до восхода солнца. И вот с таким спокойным умом, на чистой асане, в чистом состоянии, в чистом месте нужно их повторять. И вот Шрила Прабхупад говорит, что есть три различных вида гуру. И кто-то Шраван Гуру, мы слушаем, получаем вдохновение какое-то, потом мантра гуру. Мы можем получить мантру от этого могущественного саду, и искренне, если мы примем эти мантры, то если мы будем повторять эти мантры с полной искренностью, согласно наставлению данным нашим гурудевам, тогда мы сможем стать успешными. Успешными, значит, эта мантра, она станет успешной в нашей жизни. И если мантра, которую мы получаем от гурудева, мы не достигли совершенства в них в нашей жизни, они не ожили, то это мертвые мантры. И так называемые гуру, которые заняты только лабхой, пуджей, пратиштхой, они дают мертвые мантры. Они безжизненные. Там нет биджи силы. Как можно вспомнить, достаточно давно я сказал, что в нитишастрах есть три вида вещей. Там вот описывается, что нельзя... имеется в виду, что толку нет поливать песок водой. Можно посадить что-то, поливать этот песок, то толку не будет. Потом недостойным людям давать мантры. И вот Шрила Прабхупад говорит, что кто-то слишком занят этими греховными делами, то они не думают ни о чем возвышенном. И Шрила Прабхупад говорит, что если какой-то гуру дает мантры таким грешным людям, то этот гуру тоже падет, поскольку он всякие индульгенции выписывает грешникам. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если кто-то так дает мантры недостойным людям, которые только грешат, и гуру тоже может пасть. Очень вероятно, что так произойдет. И вот если мантра вы не достигли успеха в повторении этой мантры,
то я говорил и повторю еще раз, что Апатра Мантрадан, если вы даете мантру, которую бесполезным людям, то есть те, кто недостойны принять эту мантру, и если они получают, только одни проблемы в обществе возникают. Потом также нет толку садить семена и в песок и поливать, тоже толку не будет. И все наши усилия, все так пройдут зря. И если мы также выдаем дочь замуж за какого-то бестолкового человека, который ни мужчина, ни женщина, то кто бы как, не совсем мужчина, не совсем женщина, такого среднего пола какого-то, и толку от этого не будет. И вот в этом случае это все бесполезно, вот в этих всех перечисленных случаях. И это мы должны помнить в своей жизни. И вот мы должны помнить об этом, что если мантра, она мы не достигли успеха в повторении этих мантр Гуру Гайдри или Брахма Гайдри, если мы недостаточно зрелы, если мы не чувствуем силы этой мантры, не достигли совершенства ее повторения. И в этом случае, если мы захотим кому-то дать эту мантру, то эта мантра бесполезна. Можно носить тилаки, малы. И вот можно вспомнить, дней 15 назад я говорил, что это главная проблема сейчас, которая происходит. Это главная проблема, коренная причина всех проблем. Также то, что те люди, не придя к должному источнику, заявляют, что вот получили дикшу непонятно откуда. И Шрила Прабхупад говорит, что это главная проблема, и поэтому общество наше испортилось. Мы не думаем о том, как обрести, получить чистый просад, кто может делать, кто может готовить, подносить и все остальное. Но это неправильное положение дел. И вот Чакшудана Диладжей, Джанма Джона Прабусей, да, Гурупад Падма. И вот Шридхар Махарадж говорил, хорошо, если у нас есть хорошие отношения с Гурупад Падмой, но все же мы не достигли успеха, чтобы развить полную связь с Гурупад Падмой. Если мы не смогли в этой жизни, то тогда в следующей жизни у нас опять будет шанс, если мы не будем совершать никаких оскорблений. Если вы совершаете оскорбления, то Махапрабху тогда не сможет помочь нам. Мы вынуждены будем получить наказание за наши оскорбления. И вот еще можно наблюдать, когда кто-то говорит об абсолютной истине. Многие люди начинают считать такого человека своим врагом. Вот почему со мной кто-то спорит, не любит, а потому что я просто хочу спасти их от Майи. Я могу прикоснуться к Бхагаватам, к Шалаграму и произнести то же самое, что такие люди, они думают обо мне как о своем враге из-за того, что я хочу спасти их. И вот Шрила Прабхупад говорит, те чистые преданные, иногда они показывают, смотрите, что кто-то делает то или иное, и что они не гуру. И такие люди тоже то же самое говорят в ответ, как Шрила Прабхупад, он в одной статье написал, и вот Гуру Махарадж, он в одной книге написал. В общем, книга какая-то составленная Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупад в пожилом возрасте, точнее Шрила Пури Госвами Махарадж в пожилом возрасте. А вот, а еще Шрила Прабхупад после себя оставил столько наследия, что можно целую библиотеку заполнить. Но сейчас куда-то, к сожалению, все пропало. Кто знает, куда это делось, понимаете? Как...
кто-то из моей гурваги сказал, он попросил меня, чтобы я не говорил его имени, просто я скажу то, что он говорил. И вот я был очень удачлив, наша гурвага, они рассказывали мне о том, что происходило во времена Шрилы Прабхупады. И вот они говорили: «О, Баба, что говорит? Что говорите? Эти наши противники, они все, что написал Шрила Прабхупада, они собрали все это и утопили в Ганге». Я был удивлен, как так может быть. И вот он сказал, да, что я видел, как все. Хотя такие люди проповедуют, что они последователи Шрилы Прабхупады, но ведут себя прямо противоположным образом. И вот мой Гурудев рассказывал, что так много было того, что написал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупад с самого детства буквально, с отрочества, он написал, вот он написал статью какую-то про Прохлада Нарисимхадев еще в малом возрасте. И вот эту он написал диалог этого Прохлада и Нарисимхадева. Он был очень прекрасен. Еще Бангла Самаджи Катха. А социальное положение и статус Бенгала в то время он описывал. И какого же было настроение Шрилы Прабхупады, если вы изучите эти книги? Гурудев говорил, что мы должны изучать эти книги, и тогда мы узнаем, что Шрила Прабхупада с самого буквально детства пытался отстоять правду. Ачарья не значит, что позволяет делать всем, что попало. Это не обязанность ачарьи, а обязанность ачарьи исправлять, чтобы все было правильно. И поэтому я вот не могу понять, как кто-то может любить Шрилу Прабхупаду и каких-то людей, которые целиком и полностью против Шрилы Прабхупады. Но можно наблюдать, какие-то люди так поступают, но я не могу понять этого, как это возможно. Туласидас, он говорит такие слова. И вот он говорит, что невозможно солнце и луну одновременно на небе наблюдать. Поскольку луна ночью появляется, а солнце днем. И вот Гурупад Падма говорит, мы не знаем, куда эти все писания Шрилы Прабхупады пропали. Они вроде бы в надежном месте были. Шрила Прабхупад пишет, а вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он вспоминал, что куда-то все делось, а неизвестно куда. Я не понимал, куда все делось. Было много дневников Шрилы Прабхупады, статей, книг. Мы не могли найти, куда-то пропало. И как это было возможно, если мы любим так Шрилу Прабхупаду? So-called problem took place after Prabhupada gone. Everybody liked to get pratishtha, love, everything. Not all Guru Varga. И вот Гуру Махарадж рассказывал после ухода Шрилы Прабхупады. Those are genuine Guru Varga. Never fight for that. Вот anyway, какие-то проблемы возникли, тогда каждый показал свое истинное лицо, и так вот получилось, что много книг Шрилы Прабхупады просто пропало. Но, к сожалению, мы все потеряли, и до сегодняшнего дня мы кто-то занят продажей библиотеки Шрилы Прабхупады каким-то демонам, чтобы получить какую-то славу. Вот, к сожалению, можно видеть какие-то люди, которые продают все ради славы.
где-то И, к сожалению, сейчас такая ситуация, что некоторые ради какой-то незначительной славы готовы продать все. И вот обусловленные души, они всегда чувствуют какое-то неудовлетворение. Так или иначе, они всегда чем-то недовольны. Почему? Поскольку они не имеют связи с Пурна Брамой. Пурна Брама, Кришна. Я не говорю о безличном Брамане. И вот когда у нас нет связи с Пурна Брамой, Хари, то тогда, естественно, мы чувствуем какое-то неудовлетворение в нашем сердце. И можно вспомнить, когда я сказал, что саду, подлинный саду, может он домохозяин или в отреченном укладе жизни, это не столь важно. Но я говорю о саду, особенно те, кто входит в отреченный уклад жизни, любое наслаждение, за которым они гонятся в этом материальном мире, какое-то богатство, любые вещи, которые есть в этом материальном мире, они должны думать, что все это не вечно, они должны чувствовать сердцем, они должны чувствовать это. Почему характер Госвами Махараджа был совершенен? Почему характер Бхандава Госвами Махараджа был совершенен? Или Шрила Бхакти Прадип Тирти Госвами Махараджа был совершенен, когда они отправились на Запад? Поскольку перед тем, как отправиться на Запад, они смогли осознать, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Я говорил об этом в прошлом году, перед тем, как отправлять на Запад. Кого-то Шрила Прабхупад говорил. Вот Шрила Прабхупад никогда не относился к ученикам как к ученикам. Он относился к ним как к друзьям, к Гуру Варге. Он говорил: «О, друзья, о, Гуру Варга, перед тем, как отправляться на Запад, чтобы проповедовать Прамадарму, Шри Чайтанья Махапрабху, я хочу обсудить нечто с вами, пожалуйста, с неотрывным вниманием слушайте. Это моя просьба вам». И вот когда вы отправляетесь на Запад, они, эти люди, они, западные люди, они думают, что они цивилизованные, знают, как выражать почтение вам. Но можно получить все там, но мы должны быть очень осторожны насчет того, чтобы это почтение не задело и не осквернило наше сердце, поскольку если это осквернит наше сердце, то тогда мы не сможем стать представителем учения Шримана Махапрабху, мы не сможем проповедовать Чайтанья Вани. Мы должны всегда думать о лотосных стопах Шрилы Прабхупады, о лотосных стопах Шрилы Бхактивинода Тхакура и о лотосных стопах Нитьянанды Гуранги Махапрабху. Мы всегда должны думать о том, что жизнь, она не вечна. И любая пратишна, которую вы оказываете мне, если я могу принять ее с юкта вайраги, с гармоничной вайраги, то тогда это не принесет никакого вреда в моей жизни, поскольку всю пратишну, всю славу я передам моему Гурудеву, а тот своему Гурудеву, и таким образом все это в итоге дойдет до лотосных стоп Нитьянанды Прабху и не осквернит нас. И вот Шрила Прабхупад говорит, если на Западе или здесь, в этой стране, кто-то оскорбляет вас, то вы не должны обижаться, расстраиваться. Кто-то оскорбляет вас, кто-то восхищается, выражает почтение. Как Госвами Махарадж, ему не запретили. А вот, в общем, Госвами Махарадж паспорт потерял как-то, потом деньги надо было в банке получить, и потом он как-то
Так получилось, что этого клерка банки или газета лежала на столе, а тот увидел, что там его фотография, и написано, что он с Индии приехал, такой-такой-то, и вот он. Вот можете говорить, спросите у этого репортера, он докажет, что я – это я. И таким образом у нас нет, мы не должны, у нас не должно быть никакого отдельного «я». У нас не должно быть никаких посторонних желаний, представлений, сиданты, и тогда мы сможем исполнять указания Гуравани, наставления Гуранги Махапрабху, так, как он сказал. И вот это указ Гуранги Махапрабху, чтобы мы говорили о нем, чтобы мы проповедовали это наставление Гуранги Махапрабху. И пытайтесь поддерживать ваш характер, поведение сиданту совершенным образом, и тогда вы сможете исполнять его указания и стать почтальоном Шри Чайтанья Вани, иначе ничего хорошего не произойдет. И вот смотрите, Шрила Прабхупад говорит таким образом. Мы должны понять то, что говорит Шрила Прабхупад. Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам то, что Ачинтья И вот Шри Чайтанья Махапрабху, что хотел показать нам в своей жизни Лилу Ачинтья Веда Веда Таттва. Мы не должны чувствовать свое отдельное «я» от Гуру Падмы. Это Ачинтья Веда Вед. И вот, в общем, что я хочу сказать. То, что мы видим, оно одновременно отлично и неотлично от Кришны. Гуру Падма говорил, что Шакти Таттва, когда она проявляется, если нет разнообразия, то какую лилу мы можем видеть или слышать, или чувствовать. И поэтому есть различные лилы Верховного Господа с Шакти. Это не значит, что Шакти нет. И вот Шакти, Шакти Мотор Объект, я имею в виду. И вот если мы осознаем эту татву, то тогда сможем осознать учение Шри Чайтанья Махапрабху. И вот сейчас обусловленные души, они полны анартх. Но вначале всего это наша обязанность избавиться от всех анартх внутри нашего сердца, но мы как как вороны очень хитры, хотим этим анартхи оставить себе. А если анартхи есть, то у нас нету четкого представления обо всем. У нас не может быть четкого представления, поэтому мы должны искренне молиться, чтобы избавиться от всех анартх в нашем сердце, и тогда, несомненно, Гуру Вайшнавы помогут нам избавиться от всех анартх. И вот когда мы сможем стать успешными, чтобы избавиться от всех анартх, тогда в этом случае мы осознаем то, что Гуру Вайшнавы хотели донести до нас. И вот в Бхагаватам, в пятой части, много примеров. Это достаточно долгая тема. Bonded soul should not make any friendship with another bonded soul.
И вот обусловленные души, они не должны полагаться на каких-то других обусловленных душ и дружить с ними. Поэтому чистые саду вашнавы, подлинные саду вашнавы, они обычно в одиночестве. Можно видеть, что они общаются с гуру варга, они ищут каких-то друзей в этом материальном мире. Обусловленные души, если она дружит с другой обусловленной душой, то ничего хорошего не происходит. Поэтому моя просьба к вам, не пытайтесь слишком много дружить с другими обусловленными душами, и тогда вы почувствуете двойную обусловленность. И только вы можете рассказать свое сердце другим преданным, а не каким-то обусловленным душам. И вот Шрила Прабхупада говорит, что у нас нет друзей, нет врагов. В этом материальном мире мы находимся на нейтральном уровне. У нас есть глубокая связь с нашей гуру-варгой, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, у меня есть... И вот Шрила Прабхупада говорит, что у меня есть такие глубокие, прекрасные отношения с моим гуру-падмой, что я не чувствую никакого вдохновения какой-то посторонней санги. Мой гуру Падма дал мне такое великолепное общение, великолепную сангу. Что я не чувствую никакого вдохновения стремиться к чему-то еще, к какому-то материальному общению. И поэтому настолько она великолепна, мы должны чувствовать это также. И вот это моя просьба, не пытайтесь слишком дружить с какими-то другими обусловленными душами, поскольку ваши анархи, его анархи, они... Вот в итоге он ваши анархи подцепит, а вы его... With him, you can also give your anatta to him, and he can or she can give anatta. This way, it is my request. If you have any painful experience, please try to speak in front of Guru Vaishnava's photo. They can realize everything. Если у вас какая-то проблема, то можете говорить перед гуру и вайшнавами. Они осознают, что за боль в вашем сердце, и они могут помочь найти решение. Естественно, если вы искренне. И вот таким образом, что говорить о Рагануга Бхакти, я буду говорить по желанию Нитянанды Прабху, Гуру Варги, по вашим благословениям. Я хочу рассказать о нечто важном, о И вот можно изучить Гиту и там найти, что Бхагаван дает наставление Арджуне. Я в следующий день буду говорить об этом. Сегодня тема анархии и другие, иначе мы не успеем все. И также в этот период, имею в виду до начала Пурушоттам Врата, я должен закончить эту тему о Шриле Прабхупаде и Рада Анугате. И вот в Гите я, моя просьба, изучайте Бхагавад-гиту, и там 18, в конце 18 главы можно найти, что Бхагаван Шри Кришна дает наставление Арджуне. О, Арджуна, это божественное знание, что я даю тебе, это моя просьба. Не давай его каким-то бесполезным людям, которые заняты только греховными действиями, у которых нет права. Поэтому Кришна уточняет, кому можно говорить об этом божественном знании, тем, у кого есть полная вера, полное уважение, те, кто
уделяют внимание те, кто могут принять, осознать, переварить это знание, а те, кто не могут, то и толку нет говорить об этом. И вот Кришна дал наставление нам, что даже в слушании Гиты нам нужны какие-то качества, достоинства. И Кришна говорит Арджуне, Now actually I can give example. Maybe some of you become angry with me because I'm speaking exclusively. You know. Prabhupada speaking, Bhavayam Sakhi. И вот Шрила Прабхупада говорит, можно вспомнить о Экаян Падьяте, что мы Гурбхага, мы поддерживаем это течение Бхактивинод Дары, Экаян Падьяте, и еще Бхаваян Падьяте. То есть такой множественный путь, но это неправильно, это невозможно. Наш путь — это Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то отклонился, то отклонился, поскольку жизнь очень коротка, что если мы совершим ошибку, оскорбление, то времени, чтобы это все исправить, может не быть. Настолько наша жизнь коротка, мы можем умереть в любой момент. И вот я думаю, что это мой последний вздох до тех пор, пока это сознание не придет в наше сердце, мы не сможем. А мы будем планировать, провести как нашу жизнь, но жизнь может быть слишком коротка, и вот если мы обретем бхакти, наша жизнь будет по-настоящему сладкой. И вот согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады, что мы не должны следовать Бхаваян Падьяти, какому-то множественному пути. Мы верим в Экаян Падьяти, в один единый путь. И поэтому мы должны следовать тем ачарьям, те, кто показывает нам, что те, которые находятся в нашей преемственности, а не в каких-то других. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, он пример приводит, Чайтанья Чаритамрита, какие-то ачарьи, они злоупотребляют какой-то татвы, говорят какую-то ересь, то наши гурварги. И вот они заявляют, что наша предыдущая гурварга, Ну, в общем, они говорят, что второе поколение наших гуваги были неуспешны. Но это неправильно. Вот Адвайта Гасай, он Махавишну аватар, действует как ачарья, Адвайта ачарья. И вот Адвайта ачарья, хотя Адвайта ачарья, у него было так много учеников. Кришнадас Кавираж Госвами пишет, я могу показать вам, и также могу открыть Чайтанья Чаритамриту перед вами и показать там, как они критикуют без всякой причины. И вот, в общем, в какой-то версии Чайтанья Чаритамриты в комментариях там оскорбляется наша гурварга. We are busy to prove that I am big Vaishnava, big Acharya, because I am not going to find any fault with you. How you can find fault with you? Countless fault is there inside. If countless fault is there inside me, how I can? Prabhupada speaking, that chor wala vai chor.
И вот Шрила Прабхупада говорит, что вор обычно кричит на другого человека, что вот вор, чтобы его не поймали, чтобы пока разберутся, кто там настоящий вор, убежать можно было. И вот так же, если какой-то подлинный саду говорит, что вот эта организация, это общество, они не следуют Рупануга Баджану, то такое общество тоже начинает возмущаться, орать, что это вы сами ничему не следуете. И вот это пример, что как вор кричит на другого, что что-то вор, чтобы иметь время убежать. И вот Махарадж пример приводит, что вот в Бенгале был один этот охранник. Днем он этим охранником работал, ночью вором. И вот еще один вор там был, вот они, в общем, на пару работали. И после этого они, в общем, что-то украли. Этот хозяин проснулся, начал орать вор, а вор уже кинул пакет с награбленным в кусты и начал орать тоже вор. И эти соседи услышали, тоже начали кричать вор. И вот Шрила Прабхупада говорит, что эти воры тоже кричали, что вора, держите вора, чтобы никто не понял, кого ж ловить надо. И вот несколько дней ранее в Мурсидабаде один преданный, так называемый ученик, и вот Шрила Бхакти Лапитирти Госвами Махарадж, он так очень уважал меня, и вот однажды рассказал, что один преданный пошел на почту, а тут выходит человек на таком велосипеде и начал орать: вор. То есть, в общем, пошел на почту, выходит, смотрит, кто-то сел на его велосипед и укатил. И тот начал кричать: вор. А этот вор начал кричать, что не догонишь, и люди, в общем, смеялся и кричал, что не поймаешь. А люди думали, что это два друга шутят друг с другом, и вот, в общем, этого преданного велосипед украли. Ну, а эти обманщики тоже так ведут себя, чтобы никто не понял, что они обманщики. И вот Шрила Прабхупада таким образом пишет, те, кто говорят об абсолютной истине абсолютным образом, они пытаются что-то делать, но эти противники, они тоже что-то делают, пытаются как-то противостоять этому, и что же делать? Мы должны понять, кто такой Шраван Гуру, Баджан Шикша Гуру. И вот после принятия дикши от Садгуру, то тогда вопрос Баджан Шикши возникает. Иногда мы можем видеть, что Шикша Гуру, он может действовать как Шраван Гуру и Баджан Гуру, то есть в одном лице может быть, или как в одном, или как в моем случае, все виды гуру не были в одном лице, в лице Шрилы Пури Госвами Махараджа.
Вот эти все гуру, они были в лице одного Шри Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. С самого начала Харинама, Дикши, Шикши, Дикши Гуру, Вартнапрадарша Гуру и все остальное, Баджан Гуру, Веш Гуру и все остальное, это было в лице Шри Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Но не у всех так получается, и мы должны понять, что Гуру Татва, Шраван Гуру, Баджан Гуру, Мантра, Шикша Гуру, все это. Может быть, как в одном, так и в нескольких личностях. И майявади, например, они не верят в вечное существование Гуру Падмы, они никогда не верят в это. Now point is there, so many anartha I was discussing. Next day I like to discuss so many things, what Jiva Goswami Prabhu told. И вот поэтому они майявади. И я хочу сказать о том, что сказал Шрила Джива Госвами. И вот согласно Ачинтья Беда Абьеда Татвами, мы не должны путаться, как майявади. Мы должны думать о том, что Бхакта, Кришна, Гурудев, они все не отличны друг от друга. Мы должны думать так, что значит не отлично. Это Ачинтья Беда Абьеда Татва. И вот Джива Госвами Пад и Вишванатха Чакраварти Пад говорят, как они не отличны. Шакти Шакти Матур Абьед. Шуддо бхактаха, Си Гураха, Си Сивасо, Чо Бхагавата Сахо, Абхеда Дриштим, Так Приоттаме Тойм, Так Приоттаме, Так Приоттама Тим Найва Маннати, Так Приоттама Тим Найва Маннати. Шуддо бхактаха, Си Гураха, Си Сивасо, Чо Бхагавата Сахо, Абхеда Дриштим, Так Приоттамате Найва Маннати. We should think, how they are non-different. И как же они не отличны друг от друга? И они не отличны, поскольку Шакти, Шактиматур Абьед, и как же приятно. То есть они настолько дорогие Господу, что неотличимы от Него. И поэтому Чайтанья Махапрабху много раз говорил, что я буквально продан вам. И вот мы знаем, что но опять же, это не значит, что если Кришна не отличен от Гуру, то достаточно Гуру на алтаре, а Кришна не нужен. Нет, Кришна тоже нужен. И вот Джива Госвами Пад говорит, и также можно вспомнить из Бхагават. Джива Госвами Пад пример приводит в четвертой части, четвертая песня, 32. И вот там говорится, что Гурудев настолько дорог Верховному Господу, что Кришна думает, что он не отличен от него. И у нас такое же представление должно быть. Джива Госвами Пад приводит такой пример, что когда мы знаем, и вот И вот в санскрите, в Панини Вьякарон, там написано, что... А вот как это...
Имеется в виду это санскритская грамматика панини векарона, это тоже часть вет, но не поняв основы, я не говорю, что не знаю санскрита, Кришну не получить, нет, но если у вас нет представления о санскрите, то не все вы можете понять. И вот Джива Госвами Пад говорит, то что они были успешны в том, чтобы обрести даршан Хари Бхагавана. По милости Шанкар Бхагавана можно вспомнить, как дети Прачинбари и сыновья пришли на запад, они обнаружили, что Шанкар Бхагаван с полными этими принадлежностями пришел в какое-то чистое озеро со всякими этими инструментами музыкальными и прочими. Вот Шанкар Бхагаван вышел оттуда, и Прачинбара, они ошарашены были, что это после тапасьи суровых аскез никто не может обрести Шанкара. Даршан Шанкара, и как же мы удачливы, получив его даршан. И Шанкар рассмеялся, спросил, куда же вы идете совершать баджан. Да, я покажу вам, как совершать баджан, садитесь. И вот Шанкар Бхагаван, он дал им прочитать гиту. И после этого, когда уходил с этого мира, Шанкар Бхагаван сказал, что если вы будете повторять эту гиту и следовать ее наставлениям, вы обретете даршан Верховного Господа. И действительно так, да. Эти прачинбархи, и вот эти сыновья прачинбархи, прачеты, они все ученики Шанкар Бхагавана. И после этого, когда они совершали свой баджан, после этого они произнесли одну шлоку перед Верховным Господом, когда он явился к ним, и сказали: «О Прабху, о Бхагаван, мы достигли успеха по милости твоего дорогого друга Шанкара». О Прабху, о Бхагаван, по милости твоего дорогого друга Шанкара, мы за это короткое время, благодаря общению, чистому общению с ним, и вот если у нас есть какие-то материальные желания, то вот прочиты, они говорят, что это материальные болезни, они неизлечимы, но все же, как это возможно для нас? Вот Шанкар Бхагаван, он подобен аюрведическому доктору. Или как Мурари Гупта, если он доволен кем-то, он лечил не только тело, но и ум. И все ментальные и физические болезни, они уходили. И тогда человек выздоравливал и мог обрести Кришна Бхакти. И вот Махапрабху сказал однажды о Мурари, а точнее Мурари однажды... И вот вода от Мурари Гупты очень благоприятна. Однажды у Махапрабху несварение какое-то было, и он позвал Мурари. И этот Мурари Гупта, он дал ему воды со своего колодца. Last night, so you know, late at night, you are giving me paramanna, so heavy paramanna. How I can digest? Like, you know, Prabhu,
Really, so yesterday I was offering Paramananda to Prabhu. Prabhu, cow. You can eat it. А точнее, наоборот, Махапрабху пришел и начал пить воду с его колодца. А тот спросил, что случилось. А тот сказал, что ты еще не помнишь, сам меня обкормил Парамананой, теперь не сварение. И вот пью воду с того колодца, чтобы излечиться. И таким образом говорится то, что прочеты, они сказали Верховному Господу, когда тот явился, будучи доволен ими, если Гуру очень могущественный, мы искренне на 100%, то в этой жизни вы можете достичь успеха, но жизнь за жизнью мы чувствуем какие-то проблемы, а почему? И вот прочеты на санскрите начали говорить. Вот эти шлоки. Четвертое песня, 30 часть, 38 шлока. Тобо я прияха сакха ташо бхавасчо аттантан ачикитсасчо бхавасчо жанамано мритвасчо бешакаттамам садбайдам твам гатим прапта ити эша си сиво Хи Эшам Бхактянам Гуруху Сри Пачетаса Сримад Ашто Бхуджа Пурушам. It is the explanation by Jiva Goswami Pad of the slope, original slope. И вот это объяснение, и Jiva Goswami Pad дал такое объяснение, то что... И вот по милости твоего дорогого друга Шанкара, эта болезнь невозможна, она неизлечима, но все же за такой короткий период времени по милости твоего друга Шанкара. Ты исцелишься. И вот этот Мурари Гупта, он был хорошим аюрведическим доктором. И вот если посмотреть, то практически в любых стотрах, шастрах, везде либо Шанкарвача, либо Шанкар сказал, либо Нарадовача, то они оба великие бхакти, татвачарьи. Но у нас стопроцентная вероятность есть неправильно понять Шанкара, поскольку он ведет себя как сумасшедший часто. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур и Вишванатха Чакраварти Тхакур, они пишут, вы уже знаете об этом, этот киртан. И Бхактивинода Тхакур пишет в Харинама Чинтамани. Харинама Чинтамани — это не шутки, это такая важная книга. Я могу гарантировать вам под именем Шрилы Прабхупады, если вы осознаете Харинама Чинтамани, то вы, несомненно, обретете милость Харинама Прабху и сможете повторить подлинный, настоящий Харинам. Настоящий Харинам. Что это значит? Это значит, что Хари не отличен от Харинама, такое великолепное святое имя. To recite pure Harinam. So Harinam Chintamani in this book, Bhaktivinoda Thakur writing. И вот в Харинама Чинтамани Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Never try to understand that my Gurudev is an ordinary jiva. Никогда не думайте, что ваш Гурудев какая-то обычная обусловленная душа. Я уже говорил о трансцендентном даршане Гуру Вайшнава в Махапрасаде несколько месяцев назад, можете вспомнить. И вот Гуру ке шаманна жив на джанибе кабу, Гуру Кришна шакти, Кришна преста нитья прабху. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень четко, что
Нама-таттва настолько прекрасная книга, она несравненная, бесподобна. И вот там Шрила Бхактивинода так написал эту книгу, она великолепна. Я знаю, что Рупа Госвами Патва Нами Прабху еще больше написал, и Махапрабху одобряет это. Чето прамнада сангеди пияйте сарвандиянам кити нома джани янита кьядбут амрит кишнети варнаттай. It's okay, but still exact complete explanation. It is glory. But what is Харинам? И вот это кратко на то, что такое Харинам, что такое Гуру Таттва в Харинама Чинтамане. Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет все. И Шрила Прабхупад, я тоже говорил о том, что сказал Шрила Прабхупад несколько лекций назад, я говорил об этом, что Шрила Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не осознаем, что наш Гурудев не отличен от Верховного Господа. И вот до тех пор, пока мы не почувствуем на 100%, что наш Гурудев он не отличен от Хари, то никогда мы не сможем повторять Харинам. Харинам не сможет явиться на наши уста. Никогда такого не произойдет. Можем попытаться повторять сотни тысяч святых имен, но это все будет не то. До тех пор, пока мы не почувствуем, что наш Гурудев не отличен от Кришны, о том, что Бхагаван явился в этой форме, и до тех пор вы не сможете повторять подлинный Харинам, это невозможно. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур был настолько милостив. Мы никогда не должны думать, что Гурудев обычный человек, что иногда там простудился, то все произошло. Лихорадка какая-то, нет, это не так. И поэтому, когда чистые гуру вайшнавы больны, мы обычно не позволяем обычным людям посещать их, поскольку если они видят, как я сказал, что Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж был в госпитале. И вот какая-то обусловленная душа сказала, смотри, И вот Махарадж рассказывал случай, что вот однажды какой-то, вот они пришли к Шанти Госвами Махараджу, тут какой-то брахмачари рассказывал, что вот эта трубка, воздух подается по этой еде, поэтому топать туда все. И Шрила Мадхава Махарадж, слыша это, просто плакал, видя какой Гуру Даршан, ну, такого так называемого ученика. Whole road he is doing kirtan harinam. Kirtan, you know, cannot speak, but he, you know, is harinam. Мы видели в последней жизни Шрилы Пури Госвами Махараджа, он всегда воспевал святые имена, повторял харинам, даже вот когда его везли в больницу в предсмертном состоянии, он все равно повторял харинам. И как можно говорить о том, что он какой-то материальный человек? И in that case, authority not allowing everybody to go there to take the some special case, then allow some devotee there. After that, one day in one flat in Kamak Street there in Calcutta, there was actually Swaramprija Sandhu Goswami Maharaj came to take darshan of Chala Bhakti Mahapuri Goswami. И вот однажды Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами как раз был в больнице, это перед смертью практически было. И вот однажды пришел Шрила Пури Госвами Махарадж. И вот однажды, ну, никому не было позволено видеть Гурудева. Его состояние было очень так физически плохо. А Гурудев ничем не болел еще всю жизнь, только вот последний год явил лилу болезни, а так всю свою целую жизнь не болел. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж пришел получить даршан Шрилы Пури Госвами Махараджа, и вот ему позволили зайти в комнату, вот он зашел
поклонился и начал молиться: «О Махарадж, ваш брат Шанта пришел к вам. Вы не можете дать даршан ему». И тогда Гуру Махарадж открыл глаза, давал свой даршан. И вот когда он открыл свои глаза, и потом он опять их закрыл. Так много примеров. В случае с Шанта Госвами Махараджа также, когда я был глуп, и вот я посоветовал какого-то человека, чтобы он принял саньясу Шанта Госвами Махараджа. А тут двоякая ситуация: с одной стороны, дать саньясу ему — это плохо, а не дать — тоже плохо. Поэтому вот не знал, что делать, вынужден был позволить ему принять саньясу, порекомендовать его. Но так или иначе, в то время я отправился в мат к Шрила Шанта Госвами Махараджа, и вот тот благословил эту оранжевую одежду, я совершил всю эту церемонию саньяса, а теперь этот человек, он не взлюбил меня. И это мое наказание. Но я никогда не печалюсь, я всегда рад, поскольку не нужно ожидать что-либо от кого-то. И вот мне позволили войти в комнату Шрилы Шанты Госвами Махараджа, выбрали имя, и я поклонился ему и спросил Шанту Госвами Махараджа: «О Махарадж, я вот саньясу организую согласно вашему одобрению для вот этого человека. Что вы думаете? Дайте мне свою милость». И вот я говорил об этом с Шанта Госвами Махараджа. Открыл глаза, посмотрел и опять закрыл. У меня есть 100% вера, что Гуру Вайшнавы не просто могут действовать так, чтобы обмануть нас. Гуру Вайшнавы, они уникальные, поскольку всю жизнь они воспевают славу Верховного Господа, и как мы можем ожидать, что они будут наказаны какой-то болезнью? Нет, это неправильный сиддханта. Это совсем неправильно. Если всю жизнь не воспевают славу Верховного Господа, без не ожидая какой-то награды, и как мы можем ожидать, что наша Гурвага будет страдать от каких-то болезней? Как Сатья Говинда Махараджа, был очень удачно служить ему. He grows skin disease there. I called some doctor. I request Maharaj. His old age. Maharaj sometimes showing that he's mad. Вот Махарадж, там у него какая-то кожная болезнь появилась, я доктор организовал, и этот Махарадж, он являл лилу такую, что он потерян на Галуке. Я сказал ему, что... And he's opening like child, showing him. After that treatment, I take him to Puri. There I saw him. Вот Бабаджи Махарадж очень заботился об этом Вайшнаве. In charge there. Now after that, sometime I going to take darshan. Sometimes seeing he's looking. He is looking something. His side is what he want to look. It's not material darshan. He is looking somewhere. Sick condition. Cloth is not there. Only coping there. I go and arrange the cloth there. So I was very lucky to see. Otherwise, Guru Bhagavatam, Prabhupada, so many Guru Bharga. I got this kind of chance. So 100% I have faith. They actually a practical leela. It's not sickness.
И вот болезни вайшнавов – это не болезни, они это просто подобно драме, подобно лиле, как Джаганнат, что мы можем сделать, а что Джаганнат, он являет такую форму, чтобы показать, что у него нет рук и ног, и нечего ему дать людям. Джаганнат просто хочет одурачить нас. Показывает, что у него нет ни рук, ни ног, что он может дать. И таким образом различные лилы. И вот Гуру Кришна Шакти. Шрила Прабхупада сказал такие слова, и Бхактивинода Такур. Если мы не сможем осознать, что Гурудев Бхагаван, то мы не сможем получить возможность воспевать подлинный харинам. И Шрила Бхактивинода Такура также предупреждает нас, Гуру Кришна Шакти, кто такой Гуру? Кришна Шакти. Кришна Шакти. Намо Бхактивинодая Сачидананда Намине Гуру Шакти Шарупая Рупану Габарая. Как вот в этой пранамантре Шрила Бхактивинода Такура там говорится, что Гуру – это Кришна Шакти. Гуру Кришна Шакти, Кришна Прешта, значит, близкий, дорогой, настолько дорог Кришне, что практически что он становится неотличен от самого Господа. Нитта Прабху. Eternal existence. If there is no eternal existence, then если бы нашего Гурупатпадмы он не был бы вечен, то нельзя сказать, что он сам Гуру. Какие-то гуру баджан ситхи, какие-то нитья ситхи, но в итоге они имеют одинаковый статус. И вот если я могу почувствовать, что мой Шрила Прабхупад говорит, если я не могу почувствовать, что мой Гурудев не имеет вечное существование, то это очень опасно для меня. И также если мой Гурудев, у него нет вечного существования в вечном духовном мире, то это не садгуру. У него должно быть его вечное существование в духовном мире. Сад значит полностью сачитананда. Сад значит вечное существование должно быть у него. И также в различных вечерах Харибхакти Виласе говорится, что если мы принимаем прибежище у Махьямадхикари, то не у Тамадхикари, мы не должны отказываться от таких. И вот Шрила Прабхупада говорит, согласно вашей удаче вы получили какого-то того или иного гуру. Но если этот гуру сейчас Мадхьяма-тхикари, это не повод отказываться от него. Если он следует ему, пытается прогрессировать, и вскоре станет Тама-тхикари, вы получите милость Мадхьяма-тхикари, если его характер хороший, никаких посторонних желаний нету, это хорошо, и нет права отказываться от такого гуру у нас. Но мы должны ждать и смотреть, если мы увидим, что что-то меняется, то тогда мы должны поменять гуру на нитья ситху и принять прибежище у подлинного гуру. И вот в Нарад Бхакти Сутре, и вот там Нарада Махарадж говорит, что такое Бхакти. Нараджа Махарадж говорит, и также я начал обсуждать с Анартхи. Я сейчас начну это и потом продолжу. И вот относительно Бхакти Нарада Махарадж говорит, Амрита Сварупа, Са Амрита Сварупа, Яд Праппо किंचित् जत प्राप्पो न बंच जत प्राप्पो न किंचित् बंचति न सचति न देश्ति न रमते न सही बाबति I can give documents from here on there after there
from Sandilya Sutta also you see athato bhakti jigyasa tasmin tat jani bheda bhavat tasmin tat jani. I can explain someday. И вот в эти шлоки я попозже обсужу, сейчас хочу сказать что-то об анатхах, поскольку времени мало. И вот смотрите здесь, я уже начал говорить о том, что пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в Бхаджанарахасе, что есть четыре вида анатха, сатришна, хридоя дурбалья. Вишамой и Апаратха и Сарубибрам. И вот асатришна значит различные желания обуивают нас. Если вы не сможете избавиться от анатхи, вы никогда не сможете совершать баджан достойным образом, должным образом, поэтому мы должны понять эти анартхи. И вот есть четыре вида анартхи. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит и пишет в Амрита Сутре, там написано Шрила Бхактивинода Тхакура. И вот асатришна, хридоя дурбалья, слабость сердца, различные желания посторонние, аппарат и сваруп вибрам. И сваруп вибрам значит татва вибрам. Мисконцепция о неправильное представление о татве. Сварупа Брам и Татва Брам. Это тоже четыре этих вида. О Са-Татве, о том, что кто я, откуда я пришел, куда я могу пойти. И вот в следующий день я более подробно вот об этом буду говорить, о Пара-Татве. И также Махарадж будет говорить о саддане, саддане, сатья татве. В киртанах мы поем об этом. То, что мы должны принимать то, что благоприятно для бхакти, и отвергать неблагоприятное. И вот утром мы должны петь все эти киртаны. Чарангу саранга саранагуду хиве жахар тахару патхана саре бижан бхаджанду кумар. Who can hear the call? Who can hear? Кришна. Кто может услышать звук? Who is going to fulfill this kind of саранагуди fulfill? А кого Кришна может услышать, а тот, кто исполнит все эти условия шаранагати и того, кто предался полностью, то того Кришна и услышит. Мы должны молиться Вайшнавам Гуру и с их помощью Кришне проще услышать нас. И вот мы должны помнить, how exclusively Prabhupada wanted to explain. Как Шрила Прабхупад хотел объяснить все это, чтобы избавить нас от нашего невежества, но мы глупы, поскольку не можем следовать ему. И что тогда Шрила Прабхупад может сделать для нас? И вот так много сиддханты, которые дал Шрила Прабхупад нам. Кипая хори киртана мурти дхарам, дхарани варахарак гаура жанам, жанакадика васала сингда падам,
панамами сада Прабхупаду падам, панамами сада Прабхупаду падам, панамами сада Прабхупаду падам, ванчакалпатурвасики басинду бхавача, патитанан павана бхавашна бхюнам.